управления административного контроля. По собакам вопрос у нас. Вы собачку регистрировали? Да, регистрировали мы, но я только не это. Ну-ка, иди отсюда. Можно взглянуть документы на собаку? В Улан-Удэ усилили работу по выявлению нерегистрации и отлову домашних животных. С 1 сентября сотрудники административного контроля уже обошли около 3000 домов и составили 249 протоколов об административном правонарушении. Что нужно? Они же должны все быть учет. Это же собака все-таки. А собаку, я за своих собак вообще никогда не ручаюсь. Собака – это есть собака. Она может и укусить, может и не укусить, и запустить может. Зарегистрировать собаку и приобрести жетон владельцам животных обойдется всего в 150 рублей. А вот за нарушение правил выгула нерадивым хозяевам грозит штраф от 3 до 5 тысяч рублей. У меня давно, вот эти вот вообще давно, вот это вот мне вот новое, вот взяли собаку полгода назад. Ежедневно по всем районам у меня по два сотрудника проводят рейдовые мероприятия. Но люди относятся с пониманием, где выявляются факты нерегистрации, спрашивают, где можно зарегистрировать, мы даем информацию в городской ветеринарной станции. Владелец собаки обязан зарегистрировать ее в течение 30 дней с момента приобретения. Кроме того, животное должно быть вакцинировано от бешенства по достижению двухмесячного возраста. Поставить прививку можно бесплатно в государственных ветклиниках. Вероника Рыльская, Артур Звержевич, телекомпания АТВ.